Протесты на Шри-Ланке вспыхнули с новой силой. Людей не пугают даже жесткие меры подавления демонстраций. На улицах Коломбо сотни активистов. Главные требования – уход нового президента и роспуск парламента. Протесты на Шри-Ланке не утихают почти 5 месяцев. Причиной стал экономический кризис, самый тяжелый с момента обретения независимости от Великобритании в 1948 году. В стране почти закончилась валюта. Нечем оплачивать импорт топлива, удобрений, продуктов и лекарств. В экономических бедах люди винят семейный клан бывшего президента Готабая Раджапаксы. Его братья занимали высокие должности в правительстве. Один был министром финансов. При нем экономика страны стала разваливаться. 9 июля протестующие штурмом взяли резиденции президента и премьер-министра Ранила Викрамасинхе и потребовали отставки всего высшего руководства. Раджапакса бежал в Сингапур. 20 июля парламент избрал главой государства Викрамасинхе, соратника экс-президента. Люди недовольны этим назначением, поскольку требовали ухода Викрамасинхе еще во время захвата правительственных зданий. Сейчас они призывают сформировать временное правительство, а затем провести честные выборы. Профсоюзы не прекратят уличные протесты, если власти продолжат подавлять протестующих, не выполняя их требований. Проведите реформы и облегчите жизнь людям. Кроме того, активисты требуют отменить чрезвычайное положение, прекратить аресты протестующих и освободить всех задержанных.